Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, Қазақстан үкіметін басқаруды маған сеніп тапсырғаныңыз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Бұл мен үшін абырой ғана емес, аса жоғары жауапкершілік. Тәуелсіздік жылдарында өзіңіздің басшылығыңызбен терең әлеуметтік экономикалық реформалар жүзеге асырылды. Қазақстан Қатардағы елден Евразиялық қауіпсіздік пен ынтымақтастық орталығына айналып отыр. Алда атқарылар міндеттер көп. Аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздің сеніміңізді ақтау жолында барлық күш-қуатымды, білім тәжірибемді аямай еңбек етемін. Құрметті мәжіліс депутаттары, Қазақстан Республикасы президенті ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұсынысын қолдап, маған сенім білдіргендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Алдағы уақытта елбасы берген тапсырмаларды орындау жолында бірлесіп жұмыс істейтін боламыз. Құрметті Қарым Қажымқанұлы, үкіметте бірге қызмет істеген жылдарда әрқашан тіл табысып, барлық мәселелерді ақылдасып шешіп отырдық. Жаңа жұмысыңызда үлкен табыс, зор денсаулық тілей отырып, қолдауыңыз бен көмегіңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Глубоко уважаемый Нұрсұлтан Әбішевич, прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за оказанное мне высокое доверие. Это большая ответственность перед вами, перед страной. За 20 лет независимости созданное и возглавляемое вами государство стало Евразийским центром международной безопасности и сотрудничества. Строительство новой столицы и проведение в Астане крупнейших международных мероприятий являются свидетельством признания международного авторитета нашей страны и вашей деятельности как главы государства. Продвижение Казахстана, о чем вы сегодня говорили, в глобальном рейтинге Всемирного экономического форума 72 на 51 место является показателем успешности реализуемой вами экономической политики. В стране под вашим руководством успешно осуществляются социально-экономические реформы. Перспективы развития мировой экономики имеют, конечно же, неоднозначный характер. Это свидетельствует о вызове и вероятности новых вызовов. Исходя из этого, по вашему поручению правительством разработан и утвержден пошаговый антикризисный план обеспечения стабильных макроэкономических условий и сохранения роста экономики. Одной из основных задач, поставленных вами и направленных на социальную модернизацию Казахстана и обеспечение перехода к зеленой экономике, является поиск внутренних резервов и возможностей, создание условий для привлечения иностранных инвестиций. Правительством будет продолжена активная работа по реализации программы индустриализации. Реализация промышленной политики будет осуществляться с учетом создания единого экономического пространства и вступления Казахстана во Всемирную торговую организацию. Мы продолжим начатую работу по реализации крупных индустриальных инфраструктурных проектов, озвученных вами в послании народу Казахстана. Будет осуществляться модернизация агропромышленного комплекса. Реализация региональной политики нацелена на развитие центров индустриального и инновационного роста. И для этого необходимо, как вы отмечали, эффективно управлять процессами миграции и урбанизации. Глубоко уважаемый Нұрсұлтан Әбішевич, я горжусь тем, что работаю в вашей команде, что формировался как государственный служащий под вашим непосредственным руководством. Назначая на различные должности, вы учили меня к позитивному мышлению, внимательному отношению к людям, их проблемам и заботам. Назначение премьер-министром страны для меня – большое доверие и огромная честь. Я приложу все усилия, знания, опыт, чтобы оправдать ваше высокое доверие. Спасибо.